Скажи, довольна ли ты прокатом? Все ли получилось сегодня у тебя? Небольшая помарка была на акселе, а так в целом неплохой прокат. Удалось ли тебе раскрепоститься? Вот я брала интервью у Леши Ероха, он говорит, что было как-то сложно ему выступать сегодня. Как у тебя было настроение, именно настрой на прокате? Настрой позитивный, как в основном и обычно. А раскрепоститься, я думаю, получилось, я думаю, это было видно. Судья все равно зритель, и важнейшее мнение за ним все равно. И они очень тебя сильно поддерживали во время проката. Да. Это ощущалось. Конечно. Скажи, когда ты принял решение выступить на первенстве России? То есть ты выступал на чемпионате России, да, потом решил на первенство? На чемпионате России, к сожалению, не получилось отобраться на чемпионат Европы, но я думаю, само осознание того, что я поеду на первенство, пришло мне первые 2 дня. Ну, по большому счету, что мне еще осталось? У меня большого выбора нету. Я еще не учусь в институте, на универсиаду я не могу ехать. Вот. А по юниорам я еще могу выступать. Так что было принято такое решение, и тренера меня полностью поддержали в этом. И вот я здесь. Так что вполне себе еще возможно золото мира взять, да, юниорского. Да. Тогда будем желать тебе хорошей подготовки. Спасибо за интервью. Спасибо.